В финале Кубка головы по мини-футболу среди мужских команд встретились нефтяники ПОВ «Нефтегаза» и сборная «Северавтотранса». Игроки признаются, путь до финала был весьма сложным. Ну, у нас жребий такой достаточно сильный получился. Первые – это ветераны. С ними очень тяжело было. Дополнительное время играли в меньшинстве, выстояли. Вот. Ну, все-таки по пенальти мы выиграли. Наш вратарь вообще молодец, выручил, ни одного не пустил. Вторая команда – тоже они молодая, сильная команда АИК. Вот, они в этом году усилились очень хорошо. Все, ребята ошибаются. Уверенно играли на перетке. Все, гасим туда его. Вратарь нервничает, вся команда нет, все. Кубок проходил по олимпийской системе, что значит на вылет. Проигравшие сборные одна за другой выбывали из соревнований. Ну и кубковый формат тем лучше, что любая команда может быть в определенной игре обыграть даже заведомо сильного соперника и пробиться в финальную часть, а то и победить. Поэтому кубковые игры всегда просто несут неожиданность. А вот и первая неожиданность от компании «Стройтекс», победителей прошлого года. Кубок переходит в руки ПОВ «Нефтегаза». В прошлом молодая сборная и мечтать о таком успехе не могла, ведь дальше одной четверти коллектив не проходил. Награждается команда ПОВ «Нефтегаз». Да, это наша первая победа. Неожиданно, конечно. Но я считаю, мы выиграли за счет дисциплинированности команды. Многие как бы классом нас посильнее, но за счет именно дисциплинированности, еще раз повторюсь, мы смогли взять этот кубок. Сборная «Северавтотранса» уступила своим оппонентам в бутсах и проиграла с редким, как говорят сами футболисты, счетом 1-0. Не знаю, мини-футболе вообще 1-0 – это редкий счет. Ну, сами не знаем, как так получилось. Они даже без основы вратаря, и мы не смогли даже одного гола забить. Ну, бывает. Кубок завершился, и сегодня футболисты начинают новые тренировки. В феврале стартует городской чемпионат по мини-футболу. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.